Поговорим, как правильно держать шею. Смотрите, у многих бывает, вообще шея очень сильно влияет на осанку. Может быть абсолютно прямая спина, вот она вот прям держит спину, открытая грудь, все, но вытянутая вперед шея. Смотрите, я буду держать спину прямо, но вытяну шею. И это очень сильно влияет на осанку. Даже если у вас прямая спина, но вытянутая вперед шея, спина, осанка уже все, пропала. Это называется вот такая вот вытянутая шея, синдром компьютерщика. То есть в основном женщины или девушки, которые сидят за компьютером, они настолько привыкли за ним сидеть, что всегда вперед вытянутая шея. Ко мне таких очень много приходит на занятия. И когда я им говорю, вытяни шею, подними подбородок наверх, происходит следующее. Вот. Поэтому я вам сейчас покажу, с чего мы начинаем вебинар. Я вам покажу, как возвращать шею, как делать правильную осанку. Значит, во-первых, мы лопатки собираем вместе. Лопатки соединяем, плечи давим вниз. То есть два. Собираем лопатки, плечи давим вниз. Теперь, вот у вас вытянутую спину мы выпрямили, да? Значит, как мы ставим шею? Три шага. Шаг номер один. Мы вернули шею назад. То есть мы уперлись затылком назад. Это шаг номер один. Шаг номер два. Мы поднимаем подбородок. Шаг номер три. Мы начинаем вытягиваться наверх.